Здравствуйте, вы смотрите «Губернские новости», в студии Тамара Ракитянская. Коротко о главных событиях в регионе. Цветы и видеоприветы с передовой. В рамках акции «Все для победы» активисты молодежного крыла Общероссийского народного фронта накануне 8 марта навестили родных участников СВО. Женам, сестрам и бабушкам бойцов передали записанные прямо в окопах поздравления. Неподдельные эмоции видела наша съемочная группа. Дорогая мамуля, поздравляю тебя с 8 марта. Желаю счастья, крепкого здоровья, побольше весенней улыбки на лице. Улыбка, пусть вперемешку со слезами, но от радости, что хотя бы так с экрана ноутбука увидела родное лицо. Наталья Михайловна из Кантемировского района говорит, каждое 8 марта цветы и поздравления от сына прилетают, независимо от обстоятельств. Он еще с детства просто любит цветы. Всем дарит бабушкам, это сестре тоже приезжает всегда. Постоянно, ну, любитель просто цветов. Так как мы постоянно приезжаем в рамках проекта «Все для победы» к ребятам, мы с многими на связи, мы понимаем, что многие из них действительно очень скучают по своим семьям, они хотят поздравить их, ну, абсолютно со всеми праздниками, да, и не всегда есть такая возможность, потому что мы понимаем, что ребята находятся на передовой, выполняют боевые задачи, и здесь, скажем так, мы очень сильно им в этом помогаем. Поздравления с наступающим женским праздником получили мамы, бабушки, сестры, жены, дочери бойцов, живущие по всей России, от Петербурга, Ростова, Хакасии, Башкортостана, Краснодарского края до новых регионов страны. От всей души поздравляю всех женщин с 8 марта. Также можете спать спокойно, девчата, женщины, матеря, бабушки. Ребята у нас бравые, командование грамотное, враг не пройдет, не пропустим. Дорогие девушки, женщины, мамы, любимые жены, сестры, дочки, поздравляю вас с наступающим женским днем, 8 марта. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи, хороших оценок в школе, всего самого хорошего. Мы скоро вернемся с победой, живыми и здоровыми. Ваш гусар. Всего с начала акции, то есть с 3 марта, около 2000 видеоприветов долетели в 21 регион страны. Помимо поздравлений родным бойцов, весенние букеты по случаю международного женского праздника получали и просто случайные прохожие, разумеется, представительницы прекрасного пола. Цветы дарили и тем, кто отметит 8 марта на рабочем месте. Врачи, водители общественного транспорта, сотрудницы силовых ведомств и МЧС. Не остались без букетов и женщины из семей переселенцев. Все те, кому в этот праздник положено улыбаться, независимо от погоды и ситуации в стране. Тюльпаны по 100, мимоза 150. У торговцев женской радостью наступает красный день календаря – 8 марта. Воронежские рынки и многочисленные цветочные салоны запестрели весенними букетами, которые завтра будут подарены самым любимым. Поток покупателей, говорят, вырос в 5 раз. А самим флористам перед праздником приходится работать сутками, чтобы удовлетворить все вкусы и кошельки. Откуда везут в столицу Черноземья непременный 8-мартовский атрибут и как продлить жизнь нежным бутоном, узнал Дмитрий Волгин. В этом году на 8 марта в Воронеже по-прежнему можно купить голландские тюльпаны. Несмотря на санкции, цветочные магазины проблем с поставками не испытывают. Правда, не везде это будет дешево. В принципе, все цветы подорожали, также и тюльпаны тоже. Но у нас цена не поменялась. Почему? А вот так вот. У нас есть обходные пути. В некоторых магазинах поток людей перед праздниками вырос чуть ли не в 5 раз. Причем, как говорят флористы, портрет среднестатистического покупателя с годами кардинально изменился. В основном девушки дарят подругам, мамам, дочерям. То есть это чаще всего. Мужчин меньше все-таки. Классно очень проходит этот день, но, конечно, со своими нюансами. Очень сложно, очень тяжело, именно нам, как флористам, потому что мы на протяжении 3-4 дней мы просто работаем сутками. То есть мы и ночами здесь, и днем мы здесь и ночуем, и спим, и едим. Все, мы здесь все эти 4 дня.
С самого утра ажиотаж наблюдается не только в цветочных магазинах, но и на рынках. Здесь уже полно и покупателей, и продавцов. Кстати, торговцы цветами говорят, что их товар актуален примерно до полудня 8 марта. После покупательский интерес почему-то спадает. Отлично. Пачки. Свои теплицы выращиваю. Вот девушка выращивает тоже в своей теплице. А где вы выращиваете? В Семилуках. А сколько стоит у вас? 70 для вас. Для нас? Это потому что мы вас снимаем? На деле тюльпаны стоят, конечно, дороже. Цена может доходить до 120 рублей. Возможно, и из-за этого мимозу берут чаще. Однако у продавцов свое объяснение. Потому что весенний цветок. Потому что это ассоциация с 8 марта. Тюльпан, он вроде всегда тюльпан. А мимоза только на 8 число. Как по ценам? Ну, нормально, временно. Каждый год, в принципе, держится. Ну, вроде и скидку делают. То есть, ну, большое количество делают скидку. При этом важно не только грамотно выбрать тюльпаны, но и постараться, чтобы они не раскрылись раньше времени. Если все сделать правильно, цветы могут стоять 1,5-2 недели. Флористы советуют дома подрезать стебли примерно на сантиметр и на такую же глубину поставить цветы в воду. Ну а саму вазу лучше держать на балконе, там прохладнее. Музы и хранительницы очага. В преддверии главного женского праздника в Воронежском концертном зале собрались виновницы предстоящего торжества. Те, кто внес особый вклад в развитие региона. Это лучшие труженицы сельского хозяйства и промышленности, многодетные матери, соцработники, учителя, врачи, жены и матери воронежцев, участвующих в специальной военной операции. С наступающим праздником прекрасную половину поздравил губернатор Александр Гусев. Он отметил, что 8 марта – день особенный и волнительный для всех мужчин. Без исключения. Ну а музыкальным подарком для всех приглашенных стало выступление мужского хора «Русский формат». Каждую из вас можно назвать очарованием и сутью земли Воронежской. Каждый из вас являет образец в материнском, профессиональном, общественном служении, в умении преодолевать невзгоды и испытания. По опыту знаю, в любом коллективе именно женщины создают одновременно и деловую, и теплую атмосферу. Дорогие, милые, неповторимые, самые красивые наши женщины. Я от души желаю, чтобы подобные эпитеты в адрес каждой из вас звучали как можно чаще. Пусть ваши мужчины не скупятся на чувства и комплименты и не только в этот день, праздничный 8 марта, но и в повседневной жизни. Эти девушки газ с тормозом не спутают. Профессия обязывает. Да и экстремальные ситуации в их жизни часто случаются. В канун 8 марта в Воронеже прошел необычный конкурс «Автоледи в погонах». Сотрудницы городской полиции продемонстрировали строгому мужскому жюри, как умеют делать змейку, правильно парковаться и даже оказывать первую помощь при ДТП. Причем роль пострадавших манекенов исполнили наши корреспонденты. Настоящая автоледи должна быть готова к любому развитию ситуации на дороге, особенно если речь идет об автомобилистках из полиции. Тут остановкой коня на полном скаку и тушением горящей избы не обойдешься. Необходимо на зубок знать правила, безупречно водить машину и уметь оказать первую помощь, если понадобится. Что и готовится продемонстрировать два десятка участниц конкурса. Данные сотрудницы не только сотрудники госавтоинспекции, но и сотрудники отделов полиции, которые занимаются вопросами отдела дознания, отдела по делам несовершеннолетних, участковых, то есть следственное отделение. То есть все сотрудницы именно полиции, которые охраняют жизнь и здоровье граждан. Первое испытание – проверка медицинских знаний. Десяток теоретических вопросов и практическая тренировка под надзором специалиста в белом халате. По легенде учений, я попал в дорожно-транспортное происшествие. И тут, на счастье мне, рядом оказался сотрудник полиции, который спешит мне на помощь. У меня, по легенде учений, рассечена голова, я истекаю кровью, я плохо себя чувствую. И тут вот она, спасительница. Приступайте, пожалуйста.
Как показывает практика, оказание доврачебной помощи пострадавшим при ДТП в разы повышает вероятность спасения жизни. Главное, чтобы эта помощь была оказана грамотно по всем правилам. Вот так вот под наблюдением специалиста мне была оказана первая помощь. И по легенде учений, в теории, в принципе, я остался жив. Следующее испытание уже на автодроме. Организаторы приготовили для участниц две одинаковые машины. Короткий брифинг с инструкторами из Федерации автоспорта, и автоледи выходят на трассу для фигурного вождения. Выстроена определенная трасса, специальные судьи на каждом участке. Девушки на механической коробке передач. Для многих это, конечно, сюрприз. Все привыкли ездить с автоматом. Двигаются на скорость. Кто покажет лучший результат, то есть меньшее время, и собьет меньше фишек. И это очень забавно и интересно. Я бы отдельно отметил их аккуратность. А это, в принципе, это не нормально для девушки, чтобы аккуратно управлять автомобилем, если в других каких-то условиях или другой водитель это все делает агрессивно, а здесь в первую очередь судьи оценивают, что это делается в первую очередь аккуратно. Я с детства любила скорость, с детства меня прививали любовь к автомобилям. У меня в семье все женщины водящие. Ну, получается, как и мне исполнилось 18 лет, сразу пошла учиться на права, в последующем сдала экзамен. И вот сейчас я назову себя достаточно опытным водителем. На подготовленной трассе есть все базовые элементы, необходимые для правильного вождения. Параллельная парковка, змейка, движение по кругу. То, с чем любой водитель сталкивается ежедневно. Кстати, пока одна часть конкурсанток осваивает практику фигурного вождения, другая сдает теорию. То есть знание правил дорожного движения. 20 вопросов и 20 минут на выполнение. Каждая ошибка плюс 5 дополнительных вопросов. Все как на настоящем экзамене для курсантов автошкол. Я пожелаю им, чтобы они больше практиковались, все-таки с парковками тоже больше практиковались. Ну и на дорогах смотрели по зеркалам, потому что это очень важно, чтобы не создавать никаких тяжелых ситуаций на дороге. Финальное испытание самое сложное, утверждают участницы. Творческая презентация своего любимого автомобиля. Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой. Для меня ты будешь ладушкой Лада X-Ray. Нива. Нива – первая моя машина. АвтоВАЗ. Российский АвтоВАЗ. За рулем, да, не первый год. С 2016 года, соответственно, на свое 18-летие. Все как положено. 11 марта получила долгожданное водительское удостоверение. И заслуженно катаюсь по российским автодорогам. В завершении всех испытаний торжественное награждение участниц. Цветы, хорошее настроение и поздравления командиров. Несмотря на то, что автоледи в погонах всего 2 года, в полиции уверены, что этот конкурс обязательно станет традиционным. Впрочем, сотрудники полиции не забыли и об автоледи без погон. Накануне Международного женского дня экипажи ДПС традиционно вышли поздравить автолюбительниц. В этот раз цветочную ловушку дорожная полиция устроила у кинотеатра «Пролетарий». Все барышни-водители были одарены цветами. По словам инспекторов, в этом году они уже раздали около 500 букетов, что в разы больше, чем в 2022. Кстати, подарки достались не только дамам за рулем, но и пассажиркам проезжающих маршруток. В полиции пообещали, что в следующем году цветов будет не меньше. А вот где, а главное, как их станут вручать, держат в секрете. Нет, не ожидала, честно говоря. Знаете, всегда как полиция ждет, что сейчас за что-нибудь накажут. А здесь так приятно, подарили цветы. Спасибо, ребят. Вообще, обожаю этот праздник. Вообще, Воронеж лучше. Не ожидала. Для меня это... Нет, неожиданно. Спасибо большое. Я проезжала мимо, а мне мама говорит, да неужели не остановят? Спасибо. Я видела по телевизору, честно вам сказать, я каждый год думала, когда-нибудь, но обязательно я проеду, меня остановят и поздравят. И вот сегодня эта мечта сбылась. Спасибо большое. Да, мне очень приятно. Неожиданно. Неожиданно и приятно. Невероятно. Вы нас до слез растрогали, ребята. Чтоб всем было так приятно в этот день женщинам, как нам. Здоровья, счастья, удачи всем. Мужчины, будьте с нами всегда такими прекрасными и улыбчивыми. Волнистые гривы, пышные хвосты – эти красотки к Международному женскому дню предстанут во всем своем великолепии. Ведь их ждет конкурс на лучший экстерьер, да еще и конкур преодоления препятствий. Такой необычный праздник для своих лошадок решили устроить 8 марта в Павловском конно-спортивном клубе. Подготовка идет полным ходом. Пока 20 амазонок-наездниц без устали чистят, холят и лелеют грациозных партнерш, наш корреспондент Евгений Жакот успел пропитаться праздничной атмосферой конюшни. Хорошо.
Сабрина, Малефисента и Серебряная Леди. Это не имена сказочных персонажей, а клички лошадей из детского конно-спортивного клуба «Олимп», что в Павловске. Работает он уже почти 30 лет, и все это время клубом руководит Евгения Жукова, которая воспитала уже не одно поколение чемпионов и по сей день самостоятельно тренирует школьников. Всего на территории конного клуба 25 лошадей. Все они специально обученные профессионалы своего дела, и совсем скоро они смогут доказать это на практике в рамках праздничной программы, посвященной Международному женскому дню. Проводим праздник не только для наших спортсменов, но и праздник для их родителей. Потому что один из конкурсов или с программы нашего мероприятия – это конкурс красоты. Когда ребенок вместе со своими родителями, родственниками наряжает своего друга, свою лошадку. Они заплетают гривы, заплетают хвосты, шьют костюмы. И судьи у нас подводят итоги за оригинальность, за креативность. Очень интересно. Но помимо этого обязательно проводим конкурс, потому что преподаем конкурс. В последние годы подготовка к 8 марта в клубе обрела особую значимость. Все дело в том, что конным спортом сейчас занимаются преимущественно представительницы прекрасного пола. С чем именно это связано, сказать сложно. Может, дело в тонкой эмоциональной связи между всадницей и лошадью. Есть еще одна версия. Мальчишки, говорят, в Олимпе любят красоваться верхом, а вот ухаживать за своим четвероногим напарником, в том числе и чистить денники, им нравится гораздо меньше. Девочки же грязной работы не боятся. Мы приходим после школы, заводим лошадей, потом после их чистим. После этого, когда приезжает тренер, мы седлаем лошадей, выезжаем в манеж. Для начала мы их отшагиваем. Мы ходим несколько минут, шагаем лошадей, чтобы восстановилось дыхание. Тренировки в конном клубе – процесс трудозатратный. Занятия тут проводятся 6 дней в неделю. Распорядок строгий. Собственно, занятия стартуют только после того, как лошадь почистят, запрягут и отведут в манеж. Там тоже все по плану. Разминочная рысь с отработкой упражнений, потом первая начальная, рассчитанная на 15-20 минут. После небольшого перерыва следует переход ко второй рыси, которая всегда подразумевает что-то новое, будь то езда без стремян или так называемый переход через палочки. В завершение традиционный галоп, но и в него тренер вносит дополнительные сложные элементы. На вопрос «Зачем?» отвечает, что иначе чемпионом стать невозможно. Мне очень нравится здесь тренироваться. У нас очень хороший тренер, он всегда подбадривает нас, всегда помогает, рассказывает, что, как делать. Мне с самого детства очень нравились животные, особенно лошади, и мне это стало интересно, я решила попробовать себя в этом спорте. Мы очень часто выезжаем на соревнования, я всегда выезжаю на своей лошади. Мы выигрывали в 22-м году Кубок Победы в Москве в КСК «Максима Парк», стали во всероссийских соревнованиях абсолютными чемпионами. У павловского клуба таких побед масса. Подопечные Евгении Жуковой постоянно участвуют в конно-спортивных соревнованиях разного уровня. Примечательно, что в качестве приза наездник обычно получает кубок и медаль, а конь – свой личный трофей. Вот такую наградную розетку. К слову, всадники уверяют, что лошадь прекрасно понимает, когда она едет на подобные турниры. Более того, в случае неудачного выполнения элемента животное подает признаки беспокойства, а после успешного, напротив, просто излучает счастье. От поддержки спорта и патриотического воспитания до вопросов об устройстве городской среды. В рамках личного приема сенатор от Воронежской области Сергей Лукин рассмотрел самые разные обращения. Подробности в сюжете. Тема развития детского спорта – одна из приоритетных, подчеркнул сенатор Сергей Лукин, когда с просьбой о помощи к нему обратился президент Федерации карате Воронежской области Константин Пожидаев. Его организация остро нуждалась в финансовой поддержке. Без нее подопечные не могли посещать всероссийские соревнования в других городах, а следовательно выходить на новый уровень подготовки. Мы съездили на следующий момент в соревнования в Пензу. Это всероссийские соревнования. То есть уровень всероссийских соревнований позволяет ребятам выполнить норматив мастера спорта. От спорта высоких достижений к адаптивной физкультуре, направленной на реабилитацию инвалидов, об успехах подопечных благотворительного фонда для детей с ограниченными возможностями здоровья «Путь к мечте» рассказала его председатель Ольга Гапиенко. За 4 года активных тренировок ее воспитанники привезли больше 50 наград всероссийского уровня. 2 раза прошли отбор на всемирные специальные олимпийские игры. При этом помещение, в котором занимаются ребята, непригодно для круглогодичного использования. Зимой там холодно. С просьбой отремонтировать и утеплить здание общественники обратились к Сергею Лукину. Сергей Николаевич пообещал принять активное участие не только в разовой акции ремонта,
но и все-таки попробовать рассмотреть этот вопрос глобально, потому что у нас уже есть решение Государственной Думы, Комитета спорта поддержанное, о создании в Воронеже пилотного проекта научно-практического центра спортивно-адаптивной подготовки. И вот мы думаем, что надо все-таки как-то это попробовать реализовать. Сегодня государство уделяет все больше и больше внимания по оздоровлению наших граждан. Даже принята программа, которая начала стартовала с 1 января 2022 года. Это развитие спорта, значит, где конечная наша задача и цель, чтобы 70% населения, начиная с детского возраста, взрослого, пенсионного возраста, вовлечь к 30-му году в занятия с физкультурой и спортом. Я считаю, что прием прошел на достаточно такой активной ноте, и все вопросы, которые мы обсуждали сегодня, я буду принимать активное участие для того, чтобы их реализовать в жизни. Большое внимание на государственном уровне уделяется также патриотическому воспитанию молодого поколения. Помогают в этом деле представители ветеранских организаций и педагоги. О необходимости ремонта постамента памятника воинам, погибшим при исполнении служебного долга, заявила заместитель директора 70-й Воронежской школы Инесса Нечаева. Знак установлен в школьном сквере и служит местом проведения многих патриотических акций. Сергей Лукин пообещал поспособствовать в решении и этого вопроса. И на сегодня все. Оперативная информация на нашем интернет-канале ТВ Губерния. Будьте в курсе событий. Всех представительниц прекрасного пола с наступающим 8 марта. Остальным просто хорошего выходного. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.